Раз привет, не знаю, экспериментирую, хочу показать вам, что выкинуло море за вот этот вот шторм. Штормик, который был, судя по всему, такой нормальненький, сильненький был. Обратите внимание, иду сейчас по пляжу, Лазаревская 2. Сейчас, конечно, его уже никто не убирает, персонала нету, но прибрежная часть непосредственно более-менее чистая, так как шторм был большой. Все остальное вот он повыкидывал уже поближе вот к тополю, доски, преимущественно доски. Ну, в принципе, с одной стороны хорошо, я понимаю, что у нас сейчас практически все отапливаются газом, но тем не менее есть, наверное, еще кто и дровами топит. Есть такие люди даже на улице Колораж, и вот сейчас у них прям самая лапа. Собирай, не хочу, как говорится. Всякие корни. А тут еще даже подмылся асфальт. Представляете? Это еще тот советский, что ли? Или нет? Это или не асфальт? Нет, наверное, я ошибаюсь все-таки. Думал, это просто темненький такой, как в старые советские времена. Смотрите. Что он понавыкидывал-то. К счастью, могу констатировать факт, что бутылок, всяких склянок, такого вот добра практически нет. Все-таки больше леса, досок всяких разных. Ну, естественно, шторм разломал мебель, которую оставили в вечернее время отдыхающие. Видите? Естественно, все это уберется. Но, думаю, не сейчас прям, с утра. Вот такой вот, даже метла раскидал. Пока меня не было, вот что случилось-то. Аквариумы, в которых еще недавно плавали рыбки, и кое-кто чистил ноги. Угу. Ну, рыбы, в смысле, чистили. Даже телефоны можно, судя по всему, найти. Смотрите. Пожалуйста. Я не знаю, что это за модель, но это был телефон когда-то. С чехлом. Никому не надо. Вот такой вот мусор. А Алёшек сейчас использует не по назначению. Смотрите, вот они. Можно сказать, их эксплуатируют. Даже лодку море вынесло. Это ж какой был сильный шторм. А я его пропустил вчера, но наснимал вам другие шторма, которые были в Дагомысе. В Лао вы еще это все увидите. Сегодня я не успею при всем своем желании, ребята, уж извините. Но в ближайшие дни, то есть суббота, воскресенье, точно, точно покажу вам все, что снимал вчера. Всем еще раз доброе утро. Вот такое вот у нас утро нынче. Всем пока.